Приходит мужик к доктору и сиплым голосом говорит: «Доктор, сделайте что-нибудь с моим голосом, ну не могу я так жить!» Доктор: «Хорошо, снимайте штаны!» Тут снимают штаны, а у него прибор такой, доктор: «А-а-а, вот она и причина! Он здоровый, все это вам давит на голосовые связки!» Ну тут операции не избежать. «Доктор, делайте что хотите, чтоб голос нормальный был!» Но, естественно, операция прошла успешно, пациент очнулся. Я говорю: «Доктор, спасибо вам большое, голос ко мне снова вернулся!» Через день снова приходит этот мужик к доктору и говорит: «Доктор, жена моя, ох, недовольна, что он маленький такой, сказала, что надо сделать заново, как был!» А доктор ему сиплым голосом говорит: «Что упало, то пропало!»